В этом видео я расскажу про абсолютно бесплатное удобрение, которое может сделать каждый дачник на своем участке. Оно отлично поможет огурцам в начале августа, когда куст начинает стрессовать, желтеть, увядать и терять способность завязывать плоды. Это азотная подкормка, в которой содержится еще и много фосфора и калия, идеально подойдет для восстановления огурца, кабачков и перца. Вносить ее в августе нужно всего один раз, чтобы вернуть жизнь кусту и простимулировать его жизнедеятельность. Речь идет о травяной бродилке, идеальным компонентом для нее является папоротник. Если у вас есть возможность найти листья папоротника в большом количестве, вообще идеально. Если нет, подойдет крапива, люпин и другая скошенная трава без семян с вашего участка. Зеленую массу трамбуем, заливаем чистой теплой водой в пропорции 1 к 1, оставляем на неделю томиться и бродить, после чего наш концентрат будет готов. В холодную погоду может потребоваться 10-12 дней для завершения процесса брожения. Если вовремя не подкармливать растения этим удобрением в августе, стебель может сильно истончиться, и растение просто погибнет, так и не начав вторую-третью волну плодоношения. Чтобы собирать огурцы до конца сентября как минимум, я разбавляю этот настой с чистой водой в пропорции 1 к 10 и на каждый куст выливаю по 1 литру раствора. Еще лучше, если есть возможность обрабатывать огурцы дождеванием таким раствором, листья еще быстрее впитают полезные вещества и будут очень благодарны, отплатив вам зеленым цветом и бодрым видом.